Всем привет, дорогие друзья, и с вами продолжаем с вами играть в маленькие моторвы. Сегодня чем будем делать? Сегодня мы отправимся в Дар-эс-Салам и будем развивать дорожную сеть Дар-эс-Салама, чтобы поддержать быстрый рост города. Но на самом-то деле мы знаем, к чему это приведет. Ну да и ладно, поехали посмотрим. Значит, нажмякаем игру и отправляемся весело играть в нее. Коко Бич. Ну ладно, соединяем, ускоряемся, пока вроде можно это сделать вполне себе. Чего бы пока не сделать, Коко Бич. Один человек у нас доехал. Очень плохо, что из любого домика могут хотеть доехать до любого домика. Я думал, что можно оставить изолированные штуки, и это будет работать. Но, к сожалению, это так не работает. Так, у нас образовался еще одна красная дребедень. А вот здесь и еще ряд красных домиков. Вот тут. Ну что ж, давайте мы это сделаем. Пока все даже очень неплохо, но это только пока. Потому что если здесь будут какие-нибудь острова, заливы, проливы и прочая другая дребедень, проблем у нас будет очень много. Надо брать, короче, шоссе. Надо брать шоссе в огромном количестве. Шоссе позволяет спасать ситуацию. Если, конечно, вовремя на нее отреагировать, то позволяет спасать. А если не вовремя, то не позволяет. Вот у нас есть круг и мост. Вот что нам сейчас будет нужно? Ах, хрен его знает. Нужны здесь будут мосты, в принципе, или не нужны? Да и круги здесь, в принципе, тоже не обязательно будут нужны. Давай возьмем круг. Возможно, это было зря. Давай вот сюда пока круг поставлю. Это как раз хорошо встает, то пусть он здесь пока и будет. И синька образовалась рядом с синькой. Блин. Я не успел. Надо на паузе, блин, подключать эту штуку. Чтобы такой фигни не случалось. Так, я вот хочу вот эту синьку соединить вот с этой синькой. А вот эту штуку я хочу протащить аж вот здесь. И соединить вот с этим кругом. Хотя, наверное, может быть, это не лучшее решение. А может и лучшее. Да, давай пока кругу подключим. Потом, если что, отключим. Мсасани-бэй. В Сасани. Бухта в Сасани. И пляж Коко. Довольно забавное название. Я не знаю, кто-нибудь был на этих местах. По-любому, это же реально существующие вещи. Так. Ну и что, мы попробуем дальше перегружать этот круг? Давай дальше перегружать этот круг, окей. Круг у нас будет перегружен прям конкретно. Может быть, нам тогда лучше вот так сделать? Вот так. Чтобы у нас желтенькие выезжали на свой круг, красненькие выезжали на свой круг, и вроде как все они были прекрасно счастливы. Так, давай немножко ускоримся. Еще один круг и два светофора. Ладно, давай еще один круг возьмем. Так, синий. Тут уже, конечно, сейчас будет хрен знает что. Из этого состоять, ну ладно. Допустим, у нас же есть круг. Давай мы этот круг будем применять, раз у нас есть. В таком случае. Что вот так вот все-таки сделать.
Это меня вот эти вот диагональные штуки немножко парят. Не нравится мне. Так, среда. И еще у нас получился еще один желтенький. Так, и еще один желтенький. Ну, вот этот уже придется так подключать. Без вариантов. Так, вот этот желтенький, например, вот так. У нас осталось 13 плиток. Хотя... Мы лучше вот так сделаем. Даже вот так. Так, ты только так подключишься. А вот с тобой... Так, мост и еще один круг. Да вы задолбали своими кругами. Так, задолбали своими кругами прям конкретно. А куда эти круги можно поставить? Они вообще зачем мне нужны в таких количествах? Куда-то сюда на будущее их воткнуть. Ну, пока он сюда втыкается, давай сюда воткнем. Так, этот тогда у нас подключится вот сюда. Насчет вот этого я не уверен. Может, вот тогда как-нибудь... Сейчас, погоди. Как-нибудь вот так воткнуть. Вот это разобрать. Раз у нас есть такой круг, пусть он, может, и будет. Так, вот этот сюда. И тогда этот круг мы вообще трогать не будем больше. Зачем он тогда нужен? Хочется спросить. Нет, давай мы тогда вот так сделаем. То есть у нас будет часть идти оттуда. И может быть, тогда пока здесь не появился левый дом. Может, нам тогда вот так сделать еще? Или вот так. Тогда здесь можно сделать вот так, и вот эту штуку убрать, например. То есть пока там не появился реально еще один левый дом, можно попробовать вот таким вот образом поступить. Так, ну давай проверим, что из этого будет получаться. Раз уж у нас дают одни круги, давай эти круги используют тогда, что делать-то еще. Еще большой вопрос, зачем вообще вот этим красным, которые захотят отсюда ехать, куда бы то ни было выезжать, если они могут сразу подключиться вот тут. Но плитки. Количество плиток у нас решает. Да, вот так сделаем. А вот еще один красный. То есть, кто хочет, едет сюда. Из красных. Кто не хочет, или кому надо туда, едет вот так. Все остальные разъезжают пока вот так. Ну, допустим, ладно. Так, среда. Ждем следующий геморрой. Пока что. Если что, отсюда, в принципе, можем взять какой-нибудь пару кусочков этого, как он называется, господи. Пару блоков дороги, короче. Пятница. Пятница пока ничего не образовалось. А он, интересно, по количеству вот этих вот штук образуется? То есть, какой у него? Или это какой-то таймер, что это такое? Мост и два светофора. Но в мостах я пока смысла не вижу. Да, возьмем два... Блядь. У меня не шоссе. Не этого. То есть я сейчас просто проиграю, потому что я не успею туда доехать. Да, шоссе-то у меня нет. Ни одного. Шоссе у меня нет ни одного. Еще и фиолетовый появился. Ну, только если нам дадут шоссе и мост в субботу. Но их нам, скорее всего, не дадут. Можно уже, в общем-то, ничего не делать, по всей видимости. Да, потому что он еще один, и сейчас как мы проиграем из-за того, что у нас моста нет. Ну, кто бы знал, что он так зарандомится. Ну да, он пошел таймер, он сейчас закончится. Что я сделаю? Ничего не сделаю.
Да, я вижу. Я вижу, да. Что происходит, вот такая вот штука. А что я могу сделать? Ничего. Ну, мост нам дали, да. Мост нам дали, только толку уже никакого. То есть уже никто тут не доедет за это время. То есть мост-то у нас появился, да. Не, ну, конечно, попробуем сделать, но... Понятное дело, что это ни на что уже не повлияет. Куда-нибудь сюда он круг поставить еще. Сюда не поставишь. Нахрен, правда, здесь нужен этот круг? Особо ни зачем не нужен. Так. Да, подключим сюда, но таймерок уже неумолимо нас сейчас похоронит. Да, я вижу, но они сюда ехать не хотят. Да, из-за чего мы сейчас торжественно проиграем очень-очень быстро. Да, проиграли. Я понял, хорошо. Давай делаем рестарт. Не удалось. Так, давай вот так вот. Значит, на будущее будем иметь в виду, что все-таки запас мостов нам нужен. Иначе может возникнуть такая неприятная ситуация. Блин, ну из всех мест, где он мог зарандомиться, он зарандомился прям вот конкретно вообще вот там, где не надо. Прям вот совсем где не надо зарандомился. Это басня «Сова и рандом». Ну давай вот так пока сделаем, хорошо. Интересно, какие здесь рекорды? Есть какой-то человек, который прожил здесь, там, 1000 дней, например, или что-то в этом духе. Но мне кажется, это должно очень сильно по рандому повести, чтобы такое было. Потому что не все йогурты одинаково полезны, и не все вещи здесь можно будет сделать. Потому что тебе надают себе каких-нибудь кругов, например, и все. Вместо мостов. Или вместо шоссе какого-нибудь говна на лопате. Ладно, пока у нас первая неделя, надеюсь, нам что-нибудь полезное дадут. Нам дали опять круг и 2 светофора. Ладно, возьмем круг. Хорошо. Пока что. Пока давай возьмем круг. И посмотрим, где у нас появятся следующие объекты. Где же это будет? Это будет вот здесь. То есть давай мы вот сюда как раз этот круг и поставим. В таком случае. Значит, подключим его вот здесь. И у нас с другой стороны еще. То есть большой центр такой. Большой-пребольшой центр, который неплохо было бы куда-нибудь, конечно, вывести. Да и дорогу здесь неплохо было бы провести хотя бы кружочку. Так, да, вот так вот сделаем. А дальше как по-уродски как-то выглядит все это дело. Насчет этого не знаю. Сюда подключить? Тогда здесь будут пробки. Потом. Так, как-то переключить. Ну ладно, давай пока так вот посмотрим. Подождем, посмотрим, последим за ситуацией. Для начала. Так, вон она, это как обича опять у нас образуется. Главное взять мост, когда он появится. Ну, это спокойно работает вообще без всего. То есть мы вот так вот можем сделать, и оно будет само функционировать. Только да, я, наверное, на самом деле, на всякий случай, сделаю вот так, а то мало ли что. Так, у нас заканчивается суббота, где нам дают мост и 2 светофора. Вот сейчас мы возьмем мост, потому что мало ли что. Пусть у нас лучше будет мост в запасе. Еще у нас появилась такая штуковина. Давай мы вот так вот протянем. Вот так протянем, вот так протянем. И вот так протянем. Остается 9 плиточек. 9 плиточек. Может, мы займем вот эти вот места, чтобы здесь ничего не появилось пока что. Но потом их отсюда уберем. Так, образовался у нас еще красный. И целый красный город вон там. Значит, плитки вернуть мне назад надо. Да ладно, пока нет лишних плиток, давай по диагонали строить.
Одно круговое вот здесь. И ладно, посмотрим, что нам сейчас дадут. Нам дали шоссе и круг. Так, мы возьмем шоссе. Шоссе позволит нам много всякого делать. Может быть, и не прямо сейчас, но позволит. Значит, здесь сейчас появилась желтенькая штучка, и еще одна желтенькая штучка, и желтенькая штучка вот здесь. Так, это мы соединяем. У нас остается три. Раз, два, три. Тогда только вот так мы можем пока это дело соединить. Ну, шоссе, наверное, пока делать лишнее. Везде, вот в этих местах они доехать могут. А вот теперь, наверное, может быть и не лишнее, потому что надо соединить синий, а у нас соединить его не с чем. Вернее, не чем соединить. Так, тогда пока сделаем шоссе. Потом мы его как куда-нибудь отсюда переставим. Пока пусть так будет. Иначе можно сейчас конкретно проиграть. Так, суббота потихонечку заканчивается. И что нам дадут? Нам дадут мост и шоссе. Так, берем еще одно шоссе. Потому что мост у нас есть, круг у нас есть. Давай возьмем шоссе. Кстати говоря, наверное. Так, давай мы отсюда вот это уберем. Поставим сюда. Так, сейчас убирайся отсюда. Сейчас мы тут поставим круг. Кстати говоря. Так, вот давай мы сюда поставим круг. Или куда можем поставить? Не, ну вообще нормальное на самом деле место, мне кажется, для установки круга. Где-то вот тут. То есть тогда мы вот эту сейчас отключим. Эту отключим, сделаем проход вот отсюда, вот так. И где-то здесь надо, наверное, будет присобачить шоссе, но я не уверен. То есть, если мы берем, подключаем синие, пока можно подключить их вот так. То есть, в данном случае шоссе мне не нужно. То есть, мы и без шоссе нормально себя будем чувствовать. Фиолетовый. Так, фиолетовый. Фиолетовый, фиолетовый. Так, хорошо, ладно, давай соединяем фиолетовый. Ладно, так нельзя, значит так соединяем пока что. И еще один фиолетовый. Фиолетовые, в общем-то, тоже вполне неплохо должны себя здесь очучать. Насчет вот этих вот желтых, только я не знаю, их, наверное, надо будет вывести в какой-то отдельный один светофор, может быть. Так, красный у нас здесь улучшился. Здесь красные появились еще и сверху. Красный улучшился здесь, красный появился сверху. Но мы можем протянуть дорогу, только нам нужно, чтобы она чем-то протягивалась. Пока у нас пятничка. Пятничка-развратничка. Сейчас будет чем подключать, мы тогда подключим и, наверное, сделаем еще проезд вот здесь. Для тех, кому это очень сильно надо. Так, ну и что нам дадут? Нам дадут круг и еще один мост. Так, в этот случай мы, наверное, возьмем круг. Вопрос только, куда его поставить, этот круг. Сразу на будущее, чтобы он нормально здесь функционировал. Значит, у нас есть круг вот здесь. Куда-нибудь сюда его воткнуть? Так, куда здесь круги втыкаются? Сюда, в принципе, круг втыкается. Я просто думаю, как бы так сделать на будущее, чтобы они внятно здесь разъезжались по всем вот этим местам. Либо куда-нибудь вот сюда круг поставить. Вот сюда поставить круг и на этот круг все дело замкнуть, чтобы здесь дорога на выезд была только одна. В общем, не хочу сказать, что этот круг здесь сильно нужен. То есть я хочу просто, чтобы здесь перекресток остался один. То есть как-то вот так вот сделать. Чтобы отсюда, ладно, был выезд, сюда был заезд, но перекресток здесь был один. Может быть, это не самое лучшее решение. Потом отсюда, значит, наверх еще тоже какая-то штука пойдет. Просто скажешь, какая? Можно еще несколько круговых соединить между собой. Например, вот этот и вот этот. Через шоссе. Через одно. Типа, например, сделать сейчас.
Вот такое вот что-то сделать. Какую-то такую конструкцию. Может, она и не очень сильно нужна, на самом деле. Но почему бы и нет. Так, да, мы сделаем вот так. То есть я вот так хочу сделать. Вот так и вот так. Чтобы все было ровненько, хорошо и красивенько. Еще один желтый у нас образовался. Хрен знает где. А здесь образовался красный. Значит, красный подключаем вот так. Желтый подключаем вот так. Еще один желтый образовался. Хрен знает где. То есть у нас получается желтая фигня вот тут. И желтая деревня у нас получается вот тут. Так, еще одна синяя образовалась вот в этом месте. Здесь вроде как дорога. И так у нас ровная получается. Здесь заезд через это. Так, еще одна синяя образовалась у нас вот в этом месте. Так, ее мы тогда подключаем вот так. Значит, эти деревни надо, конечно, будет зацепить. Блин, вот это вот вообще катастрофа. Это далеко, и, блин, только плитки тратите зря на эту дребедень. Угу. Ладно, пока у нас только среда, надеюсь, что мы не проиграем до субботы, пока нам дадут плиток. Угу. Внизу образовывается довольно большой кусок. Так, а плитку у нас на этот кусок нет. Значит, у нас желтая часть здесь и желтая часть сверху. То есть нам по-хорошему надо будет, скорее всего, сейчас сделать шоссейку. Еще одну. Ну что, нам дадут плиток-то, надеюсь? Не успеем мы проиграть? Так, 30 плиток или мост? Значит, мы берем 30 плиток. Берем 30 плиток. И давай тогда мы на эти 30 плиток сразу сейчас заделаем здесь кое-какую такую штуку. Кое-какую штуку вот такую. Здесь получится перекресток, если мы захотим, вот такого плана. Значит, у нас остается 9 плиток. Раз. Два. Три. Сюда. Это мы подключаем сюда. У меня остается 4 плитки. Значит, это мы подключаем тогда вот так. Это еще один перекресток нам здесь не нужен. Мы отсюда убираем. Здесь, правда, получается двойной. Что, конечно, не очень здорово. Двойной перекресток. Ну и здесь тогда получается беспонтовый перекресток. Нам тогда лучше сделать, чтобы все это было через круг. Там уж перекресток здесь нам нахрен не нужен. Сколько у меня остается? У нас остается еще одно шоссе, которым можно связать что-нибудь, даже не знаю, правда, что. Так, куда бы нам захреначить еще одну шоссейку? То есть надо связать два каких-нибудь отдаленных региона. Здесь они проезжают, заезжают сюда. Здесь они проезжают, заезжают сюда. А отсюда, получается, мы завязываем, чтобы они вот через всю вот эту вот штуку не ехали. Так, чтобы они ехали через всю вот эту штуку. Может быть, еще какую-нибудь ерунду сюда завязать? Типа... Не, ну здесь все рядом. Здесь и так доехать. Ладно, не будем пока трогать шоссе. Пока оставим в таком виде. Ну, можно даже ускорить, наверное. Так, до появления следующих неприятностей можно ускорить. Пока транспортная система с этим говном справляется. Но это пока. Так, и дайте-ка мы пока поставим на паузу, чтобы у нас на лишней дороге ничего не появилось. И теперь, да, теперь проблема. Здесь нельзя поставить вообще ничего. Да, это вообще проблема, слушайте. И основные города у нас находятся вот там. Ну, то есть я это вижу таким образом, что мы, наверное, делаем шоссе. Это шоссе у нас будет вести... Например, куда-нибудь вот сюда, где мы пока подключим его хотя бы вот так.
Так, еще одно шоссе. Все это дело будет у нас запихиваться, только, может быть, даже... Нет, так не поставишь, да? Да, выглядит криво, конечно. Выглядит прям максимально криво. Оно и это выглядит максимально криво. Но смысл должен быть где-то примерно такой. Так, ну-ка, если мы сэкономим немножко, то есть одну сделаем вот сюда, вторую шоссейку запихнем вот сюда. Ну, как-то вот так вот все дело объединим. Так, тогда у нас одна шоссе идет сюда, но это шоссе идет сюда. Если у нас будет потом еще мост... Блин, вот это вот неудачно, конечно, получилось. Да, это никак не обстрою. Этот дом прям вообще нам все засрал. Ну ладно, давай так, как-то сделать. Пока как-то сделаем вот так, для начала. Как-то вот так. Значит, у нас получается домик еще вот здесь. Так, эти машинки сюда доезжают, и... Блин. Ладно, тебя мы тогда вывозим сюда. Тебя мы уже никуда не увозим, потому что у меня плитки закончились. Ну ладно, пока что пусть так будет. Четверг. Четверг у нас потихонечку подходит к концу. Пятница. Так, ну ждем пока до следующих неприятностей. С этим, опять же, транспортная система вроде справляется. Вроде бы. Еще появилось несколько домов, которые надо будет сейчас подключить. Сейчас мы это сделаем. И суббота подходит. Так, ну и что же вы мне дадите? Светофор и мост. Два светофора. Ну, давай сделаем мост в таком случае. Так, сделаем мост. Тогда мы можем сделать вот так. Вот так, и здесь протянуться куда-нибудь вот сюда. То есть тогда, в принципе, именно вот такое шоссе нам не обязательно. Но оно хорошо собой. Потому что ехать здесь довольно долго. То есть еще иметь дополнительно мост, может быть, и неплохая идея. Но, в принципе, без этого шоссе у нас все будет очень медленно. Так, поэтому шоссе мы пока оставим. Теперь здесь у нас начали плодиться дома активно. Как раз, кстати говоря, начали плодиться те дома, какие не надо. То есть нам пока вот это вот не перегородилось, надо вот так сделать. Чтобы здесь был проезд, пока это не перегорожено. Потому что сейчас перегородится, и все. Так, ну мне теперь нужны плитки. Мне нужны плитки. Дорогу, в принципе, я здесь сделал. Если что, они здесь будут неплохо заезжать и распространяться по всем нужным здесь регионам, кроме вот этого. А, ну, на этот они могут теперь через мост проехать. Вообще отлично. Так, ну, пока неплохо, ладно. Кроме вот этого. Здесь пошел таймер. Здесь пошел таймер, потому что какая-то голубая машинка, которая хочет здесь проехать, сделать этого не может. Какая прелесть. И что же мы будем с этим делать? С этими голубыми машинками, которые хотят здесь проехать, но не могут. Перемещать отсюда, чтобы спасти ситуацию? Ну, давай. Так, сраные голубые машинки. Или там еще какая-то голубая машинка этого хочет. Видимо, там еще какая-то голубая машинка очень этого хочет. Ну да, тогда вот это еще разберем. А что делать-то? Может быть, отсюда, короче, какой-то хочет выехать. Именно голубые. С синими все нормально. Да, наверное, он, который там заперта. Две запертые машинки очень сильно хотят туда попасть. Мне нужны плитки. Мне нужны плитки. Мне нужны плитки. Мне очень сильно нужны плитки, иначе у нас будут проблемки. Так, давай мы эту срань откатим назад. Ой, блин, еще один голубой появился. Появился еще один голубой. Так, нет, ладно, эту мы проблему сейчас решим. Решили уже. Эту проблему мы решили уже. А вот с этой проблемой... Так, сейчас мы перемещаем назад. Шоссейку мы эту оставляем. Так, здесь появился еще красный.
Блин, а мне нужны плитки. У меня пятница, у меня сколько их осталось? 4. Иначе сейчас опять будут проблемы. Только теперь уже с синими, которые тоже куда-то там доехать не могут. Так, давай отсюда. И отсюда. Осталось 2. И отсюда, и так, и надо все остальные. Короче, надо вот это вот подзастрать, чтобы там ничего другого не появлялось. Так, суббота. Давай, суббота заканчивайся. Нужно 30 плиток. А дальше шоссе и круги. Ну ладно, в принципе, это тоже неплохо. Значит, а ты давай сюда. С тобой у нас проблема, да? Так, ты давай сюда, ты давай сюда. Где еще что-нибудь подключено? Ты давай сюда. Так, где я что еще упустил? Здесь все нормально. Так, голубенький. Голубенькие смогут по этому же самому шоссе сюда попасть и через круг проехать. Это нормально. Значит, у нас там проблема с красненькими, которую надо подключить, и проблема вот с этим синим. Так, который как-то вот так вот мы подключим, потом у нас могут закончиться штуки. Так, ну давай пока вот так оставим. И остается еще одно шоссе. Остается еще одно шоссе. Как у меня их осталось 7. Здесь вот, конечно, прям хочется. Прям хочется, чтобы здесь был проезд. Так, здесь у нас проезд есть, здесь есть. И шоссе куда-то можно еще запихнуть. Блин, ну это вообще, конечно. Блин, омерзительно. Не, ну, не очень, ладно, омерзительно. Так, средней омерзительности получилось. Хотя все больше и больше, на самом деле. Так, тебя мы давай подключим. То есть у нас вот этот фиолетовый дребедень. Блин, еще больше фиолетовой дребедени. Так, еще больше фиолетовой дребедени. Может быть, нам вместо вот этого вот мостика и всех вот этих вот вещей, которые у нас получились заделывать... Где у нас все фиолетовые? Все фиолетовые у нас вот здесь. Может, нам сюда шоссе притянуть? М? То есть, если мы возьмем и разберем вот это вот все, то штуку оранжевую мы подключим вот здесь. Тогда откуда-то вот отсюда мы можем затянуть шоссейку, которая будет запихиваться куда-то сразу вот примерно к этим фиолетовым. Так, правда, каким? Потому что до следующего надо еще ехать. Так, то есть вот так вот можно, в принципе, перетянуть вот здесь. И тогда будет все то же самое, что и было, только немножко под другим соусом. Так, давай так сделаем. Значит, сделаем здесь фиолетовый город. Так, давай, отключайтесь там уже, задолбали. Так, долго там будете ехать-то еще, ребята? Да, то у нас сейчас по фиолетовым начнутся проблемы. Так, где-то там фиолетовые машинки не хотят. Блин, четверг уже. Фиолетовые машинки, давайте быстрее. У нас проблемы. У нас начинаются потихонечку проблемы. Так, там доехало, нет? Блин, а еще где-то эта фиолетовая срань едет, а? Так, да, вот так вот тебя соединим. Так, тебя соединим сюда. Тебя сюда, тебя сюда. Так, тебя сюда. Вот с этой у нас только проблема будет, да? Так, тебя тогда подключаем сюда, тебя сюда. Ну, надеюсь, блин, они успеют. Так, вон фиолетовый вроде как попилюкали. Так, попилюкали. Только теперь они здесь уже, по-моему, не справляются ни хрена. Может, нам переключить вот сюда вот, чтобы она сюда запихивалась, и потом сразу по двум направлениям шла? Наверное, да, вот так вот мы сделаем с вот этим шоссе. И еще одно шоссе нам дали.
Еще нам дали одно шоссе. Так, куда бы нам его подключить? И чего бы нам тут еще с вами заделать? Значит, у нас проблема вот здесь вот с красными. И проблема вот здесь вот с красными. Правда, непонятно почему. Часть красных, так, часть фиолетовых, вернее, не фиолетовых, а темно-синих здесь у нас еще страдает. Так, часть фиолетовых, синих, хрениних и прочее страдает здесь. Здесь, да, красных, в принципе, вроде как и не очень сильно далеко. Может, вот так сделать еще дополнительно. Так, здесь один красный, который идет неправильно. Мы его переподключим вот сюда. Так, шоссе. Куда бы тебя шоссе запихнуть-то? Значит, здесь у нас с синими проблемы, которые почему-то откуда-то не могут доехать никак. Так, вот здесь вот у нас голубенькие поехали страдать. Голубенькие у нас сейчас проезжают очень сильно сложным маршрутом. Они едут все вот сюда. Вместе с красными, кстати говоря. Едут все вот сюда. Ехать бы надо на самом деле немножко в другое место. То есть им по-хорошему надо бы ехать куда-то вот в этом направлении. Наверное. И отсюда вот выезжать. Хотя это не точно на самом деле. Может быть, отсюда тоже будет не очень здорово. Так, что у нас с красными, с темно-синими, со всеми подряд? Но пока у нас прям ярко выражены проблемы с голубыми. С голубыми проблема, мое почтение. Так, и больше у нас протянуть особо некуда и нечего, и нет чего. Так, прям голубые пошли в отказ. Голубые у нас пошли на днище, и что с этим делать? Так, и что с этим делать, тем более, что что с этим делать быстро? Так, как нам быстро решить этот вопрос? Вот это вот отсюда убрать. Тогда здесь будут проблемы. Здесь они тоже ни хрена не успевают. А куда они вообще отсюда? Они вообще куда-нибудь едут отсюда? Так, сейчас, погоди. Как-то они, по-моему, там перемещаются очень сильно странно. Блин, круговое движение, а засрано просто начисто. Так, засранное начисто круговое движение. А что с этим сделать с круговым? Они еще сюда должны же доезжать. Да, и сюда должны доезжать. И вообще капец. Так, ну... Чувствую, сейчас мы не очень сильно справимся с этим совсем. А, еще один голубой здесь появился вообще. То, что надо, блин. Мы и так ни хрена не справляемся. Еще голубой сюда приперся. Так, а вниз у нас темно-синий, который тоже ни хрена не доезжает, потому что непонятно, почему не доезжает на самом деле. М-да. Я успею это переподключить? Наверное, не успею. Наверное, не успею. Здесь будут проблемы с голубыми. У нас только среда. Так, у нас только среда. Есть 7 этих элементов. Ну... Ладно, допустим, протянуть мы это как-нибудь протянем. Максимум вот так. Но вообще это, конечно, проблема. Так, вот отсюда нам тогда тоже штука не нужна. Потому что заканчивается она вот здесь. Здесь пошел таймер, здесь пошел таймер, здесь и здесь пошел. Короче, эти темно-синие машинки у нас прям конкретно слились. Мы можем подключить здесь вот, чтобы у нас оно использовало два шоссе. Это то. И тогда, может быть, будет быстрее. Но я не успею. Однозначно не успею, слишком много. Вот это вот сейчас сольется. Потому что туда, походу, вообще никто не едет. Да. Да, все синие у нас сверху, и ехать туда никто не хочет. Вообще.
Вообще никто не хочет туда ехать. А почему? 67 дней. Так, пока что это практически худший результат из последнего. Ну, ладно, что ж, как получилось, так получилось. Пишите, что получилось у вас. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.